своих руководителей вправе получить статуэтку «Лучший преподаватель года 2015». Итак, мы приглашаем. Лили Каргонце, «Галаденс Дэк». Мария Орлова. Круиз, как будто мы можем чувствовать себя виноватыми, что мы зажали машину.
апреле месяце «Галаденс» стали партнером программы «Аэрофлот Гонс». Или бонусы «Галаденс» по вашему выбору. Я считаю, что стать партнером самого дорогого бренда нашей страны – это круто. Да? Ну и мы подсчитали, что некоторые наши студенты, два месяца занимаясь регулярно танцами, смогут себе позволить себе бонусный перелет в Европу с Жуковки. Ну что, приготовились? На старт! Внимание! Марш! У кого-то написан круиз. Попроси, попроси, оставь его. Ну, с ним договори, что поедешь с ним, если что. У кого круиз написан? Вы не можете открыть? Так, джентльмены, помогите. Кто же нас запечат? Совсем более нежность. Пока нас нет круиза, смотрите, прямо как в хорошем шоу. Я и такого не умею делать, ну давай. Юль, чувствую. Сейчас так шансы растут. Хорошо, на самом деле. Да, а не, не, умножить. Серебряный каблучок не сделал. Так, ну что? Там стукни каблуком. Прямо это, как это называется? Золушка. Алексей нет. Михайлович, это же реквизит. Ну что делать? Машины отлетали, уж шарики мы себе можем позволить купить новые. Арсений, помоги! А, Арсений! Арсений, нашла. Арсений, тоже купил? Да, тоже в Жуковке, да. Есть? У кого нет? Саня Резорт, у кого есть? Саня Резорт. Ничего! Главное, ты что ж ты молчишь? Ты вот когда оттуда приехала? Ну ничего! Ничего! Все равно мы счастливы! Наша Маруся лучший преподаватель года. Лучшая в мире. Это сказал Арсений. Твой френд Маруси. Он тоже преподаватель Галаденс.